Лицей номер один выпустил своих птенцов и готовится к приему новых. Впервые в следующем году совместно с технолого-экономическим, бывшим индустриально-педагогическим факультетом Педагогического университета, на его базе откроются два художественно-технологических класса. Один с 4-летней программой обучения, другой с 2-летней. Помимо обычных предметов, старшеклассники будут постигать основы дизайна и получат практические навыки по различным видам прикладного творчества. Это не новая программа, она уже имеет место в ряде регионов нашей страны. Основной ее инициатор – это Симоненко, академик, председатель комиссии по госстандартам. В конечном итоге мы должны научить ребенка, естественно, пользоваться своими возможностями во всех разных проявлениях. То есть это будет и область искусства, и область предпринимательства, и мировоззренческая область.